Всем привет! Давно в Новокузнецке не было хоккея, команда была на выезде. И вот она, долгожданная игра дома. У наших болельщиков сегодня мы спросим, знают ли они фамилии игроков, которые написаны на трибютах под сводами родного стадиона. Всего трибютов 11, соответственно 11 фамилий. Если вы назовете хотя бы 6, я подарю вам билеты. Ну, прежде всего, это майки старшего поколения. Короленко, Заруцкий, по-моему, Григорьев, Гомберг, Вадим Морозова, по-моему, Лантратов, Окишев, Сергей Зиновьев, недавно подняли майку. Вы назвали всех, вот 8 человек уже, остались только вратари. Вам осталось назвать только вратари, которые висят. Вадим Тарасова, по-моему, майка. Сергей Бобров. Еще нет. Ладно, мы и так уже много назвали, 9 из 11, это пока рекорд. Там еще майка висит Бедарева и Григорьева. 9 и 11. Тарасов, Морозов, Зиновьев, Лантратов или нет? Гомберг. Еще кто-то. Ну, Зиновьев есть. По многочисленным заявкам болельщиков, сегодня вопрос был весьма сложный. На него не ответил никто, кроме нашего постоянного эксперта. Поэтому билеты сегодня останутся у меня. Всем отличного хоккея!